Всем доброго вечерочка! Скоро Хэллоуин, и по такому случаю я решила наведаться в Фикс Прайс. И посмотреть, что там новенького есть. Огромнейший спрос, он прям пользуется полки для Хэллоуина, вот не подойти. Стандартная паутина с маленькими паучками и со здоровезными паучками. Прикольный ночник для детской с USB кабелем за 6. Кто собрался выряжаться дьяволёнком? Здесь есть рожки плюс черный волос. А еще вот такие вот игривые чулочки. Если у вас будет костюмчик посерьезнее, то вот есть маски за 2 рубля тоже. А еще вот даже есть со скелетиками за 3 рубля. И вот эта мягкая подушка. Ну, я, конечно, не могла не купить себе какую-нибудь страшилочку.